Транспортный коллапс. Так в соцсетях и личных разговоров отзывались барнаульцы. 22 сентября дорога, ведущая из Барнаула на Грибной канал, встала в огромной пробке. Многие бросали машины и шли пешком. На самом канале тем временем постепенно гасли спортивные страсти. Проходили последние заплывы. Еще не стихли последние возгласы болельщиков, а организаторы для себя уже решили соревнования удалить. Томас Конецко, один из инициаторов проведения этого кубка, признается, Алтай не просто оправдал, а превзошел его ожидания. Я не могу подобрать подходящие слова для того, чтобы передать свои эмоции. Здесь сегодня собрался весь Барнаул. Это очень впечатляет. Мы обязательно сюда вернемся снова. Сами участники признаются, Барнаульский грибной канал не подкачал. Еще до начала кубка организаторы отмечали, что уникальное сочетание розы ветров, течения и других характеристик делает его одной из лучших в мире водных трасс, а в северных широтах – наилучшей. Теперь можно сказать, что канал прошел полную проверку. Канал – это, ну, здесь мирового уровня, потому что есть дистанция 1000 метров, заканчивается строительство обводного канала, и, в принципе, Барнаул может претендовать на проведение, скажем так, чемпионатов мира или Кубка мира уже действительно по олимпийским дисциплинам. В итоге лучшими стали спортсмены из Канады, Испании, Польши, России. Кстати, проявили себя и наши земляки. Одним из победителей в дисциплине «Микст» стал Андрей Крайтер, выступающий за Алтайский край. Спортивный комментатор Дмитрий Губерния, все эти дни украшавший собой кубок, со сцены признался: масштабом поражен. Нас сегодня на грибном канале в Барнауле почти с утра до вечера 8 тысяч человек. Это просто невероятно! На гребле, друзья! Редкий хоккейный матч может похвастаться вот подобной историей. Но не только спорт привлек такое количество людей. Многие ждали обещанного розыгрыша автомобиля. Участие в нем мог принять любой желающий. Важно было, получив на входе браслет с уникальным номером, не снимать его все дни кубка. До этого торжественного момента. Друзья, 17:34. Как нас заверили организаторы, они так впечатлены результатами, что сделают все возможное, чтобы на следующий год кубок снова прошел в Барнауле. Илья Кочетков, Александр Антропов, наши новости.